Председатель Совета депутатов Леонид Кочетов в своем отчете остановился на основных направлениях деятельности Совета. Главная задача Совета муниципального образования состоит в обеспечении экономических основ местного самоуправления, создании предпосылок для поступательного экономического развития Анапы и на этой основе повышения качества жизни анапчан. По итогам работы хозяйственного комплекса муниципального образования за 2012 год достигнуты положительные темпы роста в сравнении с 2011 годом по основным направлениям деятельности в среднем на 120%. Местный бюджет в 2012 и 2013 году имел четко выраженную социальную направленность. Заработала муниципальная программа по развитию системы дошкольного образования Анапы. Капитальный ремонт провели в старых зданиях детских садов, построили новые корпуса, сформировали группы в новом детском садике «Волшебная страна». Созданы благоприятные условия для совершенствования инфраструктуры школы, кадрового потенциала и повышения качества обучения и укрепления здоровья детей. В 2013 году глава Сергей Павлович вручил 19 ключей от новых благоустроенных квартир детям-сиротам. В интересах многодетных семей разработан и утвержден перечень свободных земель и земельных участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства. В ноябре 2013 года на Совете депутатов принято историческое решение об утверждении генерального плана городского округа «Город-курорт Анапа», определившего главную концепцию развития Анапы как города-курорта. Утверждены правила землепользования и застройки муниципального образования. О работе отчитались все депутаты муниципального образования. Каждый депутат представляет интересы группы людей, которые за него проголосовали и которые надеются, что их избранник решит проблемы на их территории. Мэр Анапы Сергей Сергеев отметил профессионализм депутатского корпуса. Главная задача, по мнению Сергеева, работа с населением по всем возникающим проблемам. Наталья Пухальская, Станислав Фалько, Анапа регион.